Исаков, Егорова, Кутузов и Шоу. Бернард Шоу на Страна ФМ. Итак, друзья, второй час Бернард Шоу начинается. Доброе утро. И наша компания немножечко пополнилась. Сейчас расскажем, кем. Но прежде, второй час у нас непростой. Да, непростой, потому что этот час представляет Мебель Парк. Вы знаете, друзья, можно объединить два праздника замечательных. 23 февраля, который был, и наступающий совсем скоро праздник 8 марта. И будет замечательная скидка, удивительная вещь. 31% на мягкую мебель в Мебель Парк. Подробности на parkmeb.ru. Друзья, за мягкой мебелью только в Мебель Парк, метро Румянцева. Добро пожаловать. Спасибо тебе, Влад, за эту полезную информацию. Ну, здоровья тебе, Кирилл. Ну, а вот теперь настает момент, когда мы представим нашего гостя. Да, можно я это сделаю? Конечно. У нас в студии певец, красавчик, белозубый Маркус Рива. Доброе утро! Привет, Маркус! Доброе утро! Ну, во-первых, что мы можем сразу о Маркусе сказать? Маркус жаворонок, да? Ты любишь по утрам вставать? Я очень, если честно, я точно люблю 100% вставать очень рано, потому что утро — это самое прекрасное время, когда ты можешь придумать свои большие планы и работать. Первое, что ты сделал сегодня утром, когда открыл глаза? Я посмотрел на телефон, к сожалению, какие же сообщения в ночь, кто поставил лайк. А, вот он, зависимый от Инстаграма человек. А кто не поставил, теперь больше не друг Маркуса. Вот здесь дружбу нужно заслужить. Маркус, ты к нам пришел сегодня не случайно, хотя мы бы рады тебя видеть каждый день, даже случайно, если бы ты к нам приходил. У тебя песенка новая. Да, начиналась с «Весна», скоро 8 марта, поэтому я хотел подарить эту прекрасную, красивую песню для всех девочек, женщин, которые утром вот будет просыпаться именно с этой песней. Потому что при этом, друзья, Маркус смотрит на Егорова сейчас. А Егорова при этом уже начала поправлять прическу, чуть-чуть краснеть. Как песня называется? Ну, тебе это понравится. Девушка с глянцем. Вау! Девушка с глянцем. А слушай, а ты бы хотел, чтобы Маркус на тебя смотрел в этот момент? Нет, я сижу, наслаждаюсь просто тем, что происходит рядом. Итак, друзья, Маркус Рива у нас в гостях. Маркус сейчас презентует свою новую песню, которая называется «Девушка с глянцем». Давайте слушать. Премьера трека у нас. Блэк Джек и Маркус Рива. Будь уверена, мы любим красиво. Полетели с нами в мир позитива. 3, 2, 1, точка отрыва. Это Блэк Джек и Маркус Рива. Будь уверена, мы любим красиво. Полетели с нами в мир позитива. 3, 2, 1, точка отрыва. Я не романтик внутри, а жаль, но свое слово готов держать. Выдумана, кем эта игра. Нам перестать играться пора. Ты вся такая на каблуках. Модная сумка в твоих руках. Перебирать все просто каприз. Это теперь твой главный девиз. Девушка с глянца, не нужно бояться. Если все можно, зачем осторожно? Девушка с глянца, ты выбрала танцы. И кто не танцует, того не целуют. Горизонт и собирается без бомонд. Столько движений, столько мечты. В этом движении светишься ты. Ее аромат манит меня. Ее движения сводят с ума. Детка, наши танцы будут для вида. Девочка с глянца, моя беда. Девушка с глянца, не нужно бояться. Ведь если все можно, зачем осторожность? Девушка с глянца, ты выбрала танцы. Девушка с глянца, ведь девушка с глянца, девушка с глянца, девушка с глянца, девушка с глянца, ты выбрала танцы, а кто не танцует, того и целуют. Девушка с глянца, не нужно бояться. Ведь если все можно, зачем осторожность? Девушка с глянца, ты выбрала танцы. И кто не танцует, того не целую. Девушка с глянца, не нужно бояться. Ведь если все можно, зачем осторожность? Девушка с глянца, ты
можно писать сочинение. Ура, 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 друзья. Это была премьера песни Маркуса Рива. Девушка с глянца. Ура. Реально первый раз в эфир. Самый первый. Мы польщены, что мы первые. Слушайте, мы крутые. Да, но Маркус Рива еще круче. Маркус Рива. Маркус прилетел из Риги. Вот специально, чтобы презентовать песенку. И это очень здорово. Ну, конечно же, все девушки сейчас интересуются, кому-то эта песня посвящена или нет. Ну, честно. Таким образом, я спрашиваю у Маркуса Рива, есть ли у него девушка. Ну, подумайте вы все. Я не буду ответить так 100% кому-кому. Ну, если да, если нет, но... Подумайте, если у нас премьера вот тут... То, наверное, образ какой-то есть. Да. Намекнул так тонко, Марк. Обычно, понятно. Знаешь, артисты отвечают так, я адресовал эту песню каждый из вас. Это, знаешь, на каких концертах? Рыбоньки мои, это песенки для вас. Любимые. Всех люблю, всех целую, девочки. Маркус, слушай, по поводу клипа, значит, который мы сейчас не увидели, по причине того, что релиз у тебя будет в понедельник, да, после выходных ты наметил уже? Я хотел вот сегодня сделать премьеру песню, потому что в песне тоже есть фичеринг такой молодой продюсер Фил Джи и Washington Sales, который из Quest Pistols Show. Ага. И вот в понедельник уже будет клип, и как раз перед 8 марта, чтобы поздравить реально. В общем, девочки, будем танцевать под девушку с глянца 8-го отжигать. Я даже больше скажу, это отличный подарок для мужиков тоже, потому что можно просто на флешечке диск подарить, там же наверняка будет все вот это вот, да? Ну, кстати, неправда, потому что у меня, конечно, был клип «Красиво сильно», где все достаточно откровенно, потом «Ты влюблена», но в этот клип уже будет чуть другой образ, не будет такой пацанчик, может быть, там будет уже костюм, так залитно. То есть ты повзрослел? Все. Да. А вот, кстати, костюм или джинсы в обычной жизни? В обычной жизни, конечно, джинсы, но я очень люблю одевать костюм. Это... Супергероя? Или спортивный? Сейчас развивается. Этой станции нужен был герой. Я поясню для наших слушателей, что в студию сегодня Маркус Рива пришел в очень уютной, мягкой шубке, трогательной, с капюшончиком, в модных клетчатых ботинках и в драных джинсах. Вот такой пацан. На стиле, можно сказать, человек у нас в студии присутствует. Да, ну, собственно, мы продолжаем наше общение и продолжим совсем скоро. Про клипчик еще поговорим, да, где снимался, как вообще и что там будет. Так, небольшой такой спойлер, да. Да, друзья, а в нашей группе ВКонтакте «Страна FM» уже есть пост с фотографией Маркуса. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, мы обязательно их зададим. Самые интересные, даже получат ответы, друзья. Да, прямо сейчас Полина Гагарина «Стану солнцем». Это больше самых главных слов, твой взгляд. Все головоломки моих снов про тебя. Красной нитью на запястье наш роман. Семь заветных узелков на счастье мой. Как крылья мотылька.
самых главных слов твой взгляд. Все головоломки моих снов про тебя. Я никому тебя не отдам, не отпущу с дыхания. Смотри и не забудь позавтракать. Бернард Шоу на Страна FM. Мы позавтракали, мы бодры, веселые. С нами еще наш рижский бальзам на душу нашу. Маркус Рива, друзья, у нас в гостях. Маркус, привет, доброе утро еще раз. Доброе утро, Маркус. Привет. Да, утро. Давайте устроим такую небольшую разминку для ума. Мы подготовили для тебя блиц-опрос. Отвечать нужно быстро, не задумываясь. И вот первое, что придет на ум, говорит нам. Поехали? Да, поехали. Я не могу заснуть без... Без подушки. Логично. Курт Кобейн или Джастин Тимберлейк? Джастин Тимберлейк. Окей. Шумный центр или тихий загород? Шумный центр все-таки. Ага. Некая Юлия Е пишет. Блондинки или брюнетки? И то, и то. Ну, тут не можно выбирать. Решайся. Блондинки. Юлия или Оля? Решайся. Юля. Я лайкаю девушку, если она... Если она добрая, это очень важно. Ну, по фотке это всегда заметно, когда девушка добрая. Ну, крупные черты лица — это всегда признак доброты. И не только черты лица. Не, важно прочитать, что там написано. Может быть, там какой-то смысл от Паула Коэлла или не знаю, там что-то. Вы поняли, девочки? Пишите какие-то смыслы от Паула Коэлли и Маркус Рива. Такой секси-селфи, да. Секси-селфи? С умной мысли, да? А есть такой, знаете, флешмоб в интернете «Голые философы» называются. Это когда люди собирают. Это очень смешно. Любимый вид спорта? Бокс. Бокс. Ну, если что-то говорил обидное, как бы нормально, да? Ну, подумай сам, да. Взвесь, прежде чем сказать. Слушай, кстати, вот серьезный вопрос. Последний раз ты плакал из-за... Из-за сложности в жизни. Uh-huh. Любимое блюдо? Любимое блюдо — это сырники. Я прекрасно их готовлю, кстати. Да. Это мое самое основное блюдо. Лучше всех в этом городе я делаю сырники. Сколько тебя закончится эфир? Да. В 11 я абсолютно свободна. А я подожду. То есть, ты видишь, да? Вот мы работаем, по утрам встаем, да, а сырники предлагают тебе. Ну, если бы не бокс, был бы вообще замес у нас сейчас. Чем в жизни гордишься больше всего? За то, что я могу делать то, что мне очень нравится. Это музыка. Угу. Ой, клевый, достойный ответ. Марк, скажи, что тебя может заставить покраснеть? Мгновенно. Не знаю, комплименты от красивой женщины. Юля, скажи комплимент, сейчас посмотрим, как это происходит в реальной жизни. Маркус, ты не просто очень симпатичный молодой человек, ты еще и очень умный. Спасибо, я сейчас буду покраснеть. Подрумянился, кстати. А чего ты можешь покраснеть? И Маркус говорит, от аллергии на сырники. Вот я бы вообще выпал бы тогда. А я умею делать безглютеновые. Это важно, да. Ну, друзья, мы напоминаем, что у нас в гостях Маркус Рива. Задавайте тоже свои вопросы, мы их обязательно озвучим. Сейчас немножко прервемся на песню, после этого вернемся и продолжим нашу интересную беседу. И у нас, кстати, будет удивительный гороскоп. Да, удивительный, не переключайтесь. Такие маленькие телефоны, такие маленькие переменные. Законы Оман еще не знакомы. В таких ботинках моря по колено. Не надо думать, что все обойдется. Не напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, все перевернется. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается. Начинается. Все, что тебя касается, что меня касается, все как начинается, начинается. Какие мысли, какие сюжеты, и
еще чуть-чуть и посыпятся звезды. В карманах медленно тают конфеты. Мы понимаем, что это серьезно. Не надо думать, что все обойдется. Не напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, все перевернется. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается. Начинается. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается. Начинается. Ты задеваешь меня за живое. Давай сейчас, а потом еще ночью. Ты будешь рядом, ты будешь со мною. И между нами любовь, это точно. Надо думать, что все обойдется. Не напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, все перевернется. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Все только начинается. Начинается, вся только начинается, начинается. Шоу, ради которого изобрели колонки в твоей машине. Бернард Шоу на Страна FM. Итак, друзья, продолжаем утро наше. Кирилл Исаков, Юлия Егорова, Влад Кутузов, Маркус Рива у нас в гостях. Ну и знаете, есть такое правило, что когда на замкнутой площади собираются больше, чем три мужика, начинается битва за то, кто же будет являться альфа-самцом. Это только что придумал такое правило. Начинается битва за Егорова. Да, битва за Егорова. Вот эта игра мне больше нравится. Битва за Егорова. В общем-то, правила простые, Маркус. Мы сейчас будем по очереди, ты, Влад и я, читать гороскоп. Задача прочитать его максимально брутально и сексуально, по-мужски. Юля оценивает. И в конце мы выберем победителя. Я выбираю победителя. Ты выбираешь победителя. И победителю в подарок от меня сырники. Сырники. Отлично. Окей. Слушай, круто. Давайте. Кто нравится? Влад, давай. Ну, давайте. Брутально, значит, сексуально. Шоу. Начнем. Деньги к вам приходят из источников, о которых не надо кричать на каждом углу. Ключевое слово «приходит», то есть как бы сами с собой по их инициативе, так что сами не ищем приключений на свой кошелек. Ну, твой ход сделан, Маркус, твой. Телец. Третьего сегодня. Друзья, стоит горой и зовут их в новые проекты. Главное, все тщательно спланировать, чтобы на всех хватило времени. Особенно на отмечание успешных проектов вместе с друзьями. То есть такой сексуальный экспат. Близнецы, ребята. Поехали. Хотя... Это информация вас буквально переполняет, ребята. Не надо всю ее обнародовать, и оставьте часть в себе. Это и загадочности образу добавит, и... Но не буду вам всего рассказывать. Какой-то Рева у нас только что появился в эфире. Рива и Рева. Рива и Рева. Рива и Рева. То есть Кутуза отбили? Что, продолжим? Давай. Давай. Борис, Влад. Для раков информации друг в беде не бросит. Это ваш девиз сегодня, друзья. Рассчитывайте на поддержку и протекцию приятелей в делах, связанных с образованием. И сами при необходимости подставьте кому-то свое надежное плечо и дайте списать. Неплохо. Списать. Лев. Дальше лев. Торкает. Чувствую торку. Уже хорошо сейчас было, мне кажется. Смотрите в будущее. Бесстрашно. Вы хорошо работаете и легко решите домашние проблемы. У вас прекрасно складываются дела на работе. Начальство ценит и общает хорошие перспективы. Златые горы вы им... И медальку. И медальку. Ну и я напоследок. Желайте горы. Самым сексуальным голосом максимально сейчас постараюсь. Друзья, дальние родственники. Нет, на Путина не похоже, да? Ну, в общем, дальние родственники могут стать надежным деловым партнером. Я считаю, что веселость равна сексуальности. Деловыми партнерами родней Саратова можно выгодно сдать угол в своей квартире. Ну, давай, Юля, верти. Нет, слушай, подождите, у меня есть другая идея. Сейчас у нас песня совсем скоро уже будет. Юля пока подумает, а в следующем появлении в эфире мы уже, так сказать, да? Да что там думать, я все решила. Окей, потянем интригу. Да, отлично. Итак, узнаем совсем скоро, кто же победил в нашей битве за альфа-лидерство. Кто же альфа-самец студии? Друзья, ну а сейчас давайте послушаем музыку. Такси у подъезда уже полчаса, телефон разрывает.
вроде бы все решено между нами, и я ухожу. Давай отрывай поскорей, ты же видишь, одной мне не справиться. Я силы в себе сделать шаг до порога не нахожу. И вновь суета, поезда, самолеты, я словно на острове. А рядом проходят чужие, которым родными не стать. Но эта любовь поделила мне жизнь на до и на после нее. И если отпустишь, то я упаду, и мне больше не встать. Тебя я нашла. Писать сочинение. Да, друзья, по нам можно писать сочинение. Я каждое утро это повторяю. Кирилл, придумай поинтереснее подводку, хочется тебе сказать. Продолжаем эфир. Кирилл Исаков, Юлия Егорова, Влад Кутузов, Маркус Рива у нас в гостях. Друзья, ну и те, кто только к нам включился, у нас вот буквально 5 минут назад была битва тут за то, кто же может называть себя альфа-самцом студии. Битва самцов, да. Да, Влад Кутузов, Маркус Рива и Кирилл Исаков в ней принимали участие, читали сексуальным голосом гороскоп, а вот Юлия Егорова сейчас будет выносить вердикт. Ну что ж, да, настало время объявить победителя, но на самом деле я хочу отметить каждого из вас, и для каждого у меня есть особая номинация. И для каждого у меня есть как варенье, не варенье, а сырнички. Итак, Влад Кутузов со своим низким, бархатным, харизматичным баритоном получает приз в номинации «Брутал утро». Вау, мерси. Приз — это мои аплодисменты. Поздравляю. «Брутал утро» и, кстати, путевочка в Кисловодск в санаторий. А это за Кирилла. И спасибо моему больному городу. Да-да-да. Артистичный Кирилл Исаков сегодня побеждает в номинации «Балагурчик утро». Балагурчик. 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 Балагурище. Да, спасибо. Кто же из этой троицы заставил мое сердце биться чаще? Ой-ой-ой, чей гороскоп заставил меня немножечко вспотеть и покрыться мурашками? В номинации «Секс-символ утра» у нас сегодня побеждает наш гость Маркус Рива. Влад, делаем вид, что радуемся. Да, красиво. Маркус, ты молодец, это так неожиданно вообще. Мы даже не рассчитывали на твою победу, но ты победил в честной борьбе. Да, я хочу для наших слушателей просто пояснить, что только что Маркус поцеловал мне ручку, а я для Маркуса испеку сырник. И Егорова закраснелась. Маркус, у меня вопрос такой. Где ты взял это тело? Дело или тело? Тело. Вот это тело. Где ты взял?
I got it from my mama. I got it from my mama. Может, маме привет передадим сейчас? Передаем, да. Привет, мама. Она в Риге сейчас. Да и надеемся, смотрит. Кстати, друзья, нас можно не только слушать, но и смотреть. Страна.фм, наш сайт. И, конечно, Триколор, 742-я кнопка. И в ваших приложениях, в гаджетах тоже можно делать. Поэтому мама может сейчас сидеть в Риге и смотреть на тебя. Я думаю, что очень много даже в Риге сейчас нас слушает. Привет, Рига! Шоу, ради которого изобрели колонки в твоей машине. Бернард Шоу на Страна FM. Друзья, мы к вам вернулись. Бернард Шоу, все по-прежнему. Кирилл Исаков, Юлия Егорова, Влад Кутузов. И продолжаем беседовать с Маркусом Риевой, который прилетел к нам из Риги. Доброе утро. Привет. Доброе еще утро. Раз. Привет. Слушайте, можно я вот хочу продолжить тему по поводу, где ты взял такое тело? Да. Как человек перманентно худеющий всю жизнь, да, я хочу тебя спросить, реально это гены все-таки, или ты все-таки поддерживаешь здоровый образ жизни? Ты ходишь в зал куда-нибудь, нет? Я, конечно, пытаюсь заниматься очень много спортом, но я уверен, что это тоже очень много стресс, потому что когда был проект Хачкумеладзе тут 2 года назад, где я участвовал, тогда мы жили в лагерь, а там было, не знаю, пирожки, котлеты, все, я кушал все, но я так похудел, все девочки мне подходили там, Маркус, ты что, покушаешь? Что на там, нервной почве, да? Там, поэтому... Хорошо, сколько раз спорт присутствует в твоей жизни, вот, в неделю? Ну, я пытаюсь, не знаю, 5-6 раз в неделю сходить. Но не то, чтобы, не знаю, позаниматься. Умирать просто под штангой прям. Ну, да. Соточку от груди. Но самое главное, что я могу как будто отдыхать с этой работы, как будто что-то передумать и... В общем, мы поняли уже, что ты спортивный. А скажи, пожалуйста, мы обсуждаем вот пластические операции. Вообще, как ты к ним относишься? Я сам ни разу ничего себе не сделал. Но я думаю, что это нормально, если люди это придумали. И если есть такая возможность, тогда нормально. Но, конечно, мне неприятно смотреть на девочек, которые уже там все переделали так много. Я просто тоже летел из Риги вот 2 дня назад. Там было 2 такие девочки. Я надеюсь, что они не слушают. Но это было слишком много. Вот эти губы вот так, которые... Они у тебя за спиной. Ну быстро, Маркус, буквально остается 30 секундочек у нас. Скажи, пожалуйста, когда ждать альбома нового твоего? Вот в этот год. Я думаю, что перед летом уже будет все готово, потому что это, конечно, для меня очень сложно, потому что вы, наверное, понимаете, что русский язык не мой первый язык, поэтому все не так быстро. Спасибо тебе большое, Маркус, что пришел к нам в такой ранний час. Ждем твоего альбома, ждем клипа. Спасибо. Слушаем девушку с глянца. И печем сырники. Друзья, Маркус Рива был у нас. Сейчас давайте послушаем еще музыку. Спасибо большое. Ты сама мне позвонишь, я готовлю контрольный. Когда ты мне не готовишь, весь мой день это встречи. Весь твой день это вещи. Весь твой день это вечер. Весь твой день это вельчик. Я меняю костюмы, дую типа муссоны. Летаю повсюду, все ради музона. Я не себе, два колеса, одно тебе, другое мне. Велосипед, давай висеть, у нас все есть. Два колеса, одно тебе, другое мне. Велосипед, давай висеть, ну давай висеть. Среди всех иномарок, ты мое украшение. Я тебе не подарок, у тебя не день рождения. На slow ride, my baby, бомба любит взрывать. Чики-пики дела, в танце трутся наши тела. Пару дней нам не спится, я даже не помню, где этот бит взял. Давай двигаться как ниндзя, кстати, тебе надо ходить в зал, чтобы добиться. Ты не понимаешь, как от меня отойти. Я же тебе не Джек Дэниелс, в голове до сих пор играет клубный тип. Мы давно так не джемились. А давай будем джемиться после того, как поженимся. А давай будем джемиться после того, как поженимся. Все, что тебе нужно сейчас, это деньги. Все, что мне нужно сейчас, это день. Да ты как ни крути, но мы летаем по встречной. Топим педали навстречу судьбе. Ты такая номинированная на успех. И мы будто на ракете поднимаемся вверх. Мой каждый день это как новый фильм. Твой каждый день это погоня за ним. Два колеса, велосипед. Топим педалями только наверх. У нас все есть абонемент. Мы будто на ракете поднимаемся вверх. Два колеса, велосипед. Топим педалями только наверх.
наверх. У нас все есть абонемент. Мы будто на ракете поднимаемся вверх. А, друзья, Бернар Шоу вместе с вами. Совершенно забыли опомнить о том, что у нас через несколько минут игра. Ложь. Абсолютно верно. Прямо сейчас звоните по телефону 8-495-276-089-9. Еще раз 8-495-276-089-9. Ждем с нетерпением. Звоните, сыграем в футбол. Страна FM на кону. Давайте. Вечерами по городу любя меня катает. Мы набираем скорость, чтобы было быстрее. Я беру трехколесный, чтобы ты была с ней. И мы катим, ты и твоя подруга. Через черный вход обходим очередь у клуба. Бомба, меня волнует только твои формы. Вот это да, мама, папа, я не буду ночевать дома. У меня все оп, миллион знакомых, что не знает закон. Я не ухожу, но пока-пока. А ты липнешь ко мне, как баблгам. Я в твоем Audi, и ты таешь на мне, как баунти. Ну давай веси, не гони, не гони так гнать, не гони, не гони так гнать, не гони, не гони так гнать, не гони, не гони так гнать. Хэштег ложь. Литературный образ жизни. На Страна FM. Ну, друзья, все абсолютно верно было сказано. Доброго утра еще раз всем. Игра «Ложь» прямо сейчас. И слово Кириллу Исакову. Да, ну, во-первых, здравствуйте. Доброе утро всем. Доброе и нам утро. Дозвонился уже человек, который хочет забрать футболку. Алексей, да? Алексей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Леша. Откуда звоните, Алексей? Лыткарино. Лыткарино, прекрасное что место. Что делаете сейчас в Лыткарино? Едете, да? Говорите чуть громче по возможности, Алексей. Давайте быстренько расскажем правила игры, а потом зададим вопрос. В общем, мы взяли известную песню, которая есть в эфире телерадиоканала «Страна FM». Взяли ее, разделили на части, отделили музыку от текста. Текст перечитали в такой очень необычной форме. И именно по этой перечитке вам нужно будет угадать, какая песня была в оригинале. Конечно же, мы не изверги, мы дадим варианты ответов. Из них вам нужно будет выбрать правильный. Алексей, вы готовы? Да. Футболка «Страна FM» на кону. Внимание! Вопрос. Запятые тупые запутали. Замирают и снова бегут. Я сочиняю тебя. Правды белой, правды черной не узнаю. Сочиняю тебя. И вот. Снова потеряю. Вот он вопрос. Есть вариант у вас, Алексей? Пока нет. Давайте предоставим. Итак, это «Братья Гримм. Дыхание». Это серьга «А что нам надо?» Либо это слова выпускника, который написал только что сочинение свое, выпускное. Итак, что выбираете? Алексей, вы уснули? Где вы? «Братья Гримм», «Серьга» или «Школьник, который написал сочинение?» Я думаю, «Серьга». «Серьга, а что нам надо?» То есть вы такой рокер, да, Алексей? «А что нам надо?» Алексей, хорошо. Говорите с нами, Алексей. Я понимаю, что вы сейчас, может быть, нервничаете. Итак, Алексей, ваш ответ принят. Вы говорите, что это серьга, что нам надо. Давайте послушаем теперь правильный ответ. Правды белые, правды черные не узнаю. Сочиню тебя и снова потеряю. Задержи дыхание. Алексей, ну, в общем, это на Сергея Галанина не очень похоже. Это были «Братья Гримм. Дыхание». Но ни в коем случае не расстраивайтесь. Хотите передать кому-нибудь приветы? Да, конечно. Хочу передать привет своей девушке. Я ее очень люблю. Угу. Как ее зовут? Елена. Елена, этот привет от Алексея Любящего летит вам. У вас такой шум там, как будто вы в кабриолете едете, Алексей. Спасибо вам большое за то, что позвонили. Желаем вам хорошего дня, друзья. Напоминаем, что вы слушаете Бернард Шоу. Совсем скоро мы к вам вернемся, продолжим обсуждать тему, что бы вы в себе изменили. Пишите vk.com/strana.fm, либо ищите группу ВКонтакте Бернард Шоу, пишите свои комментарии, мы их обязательно зачитаем. Ну а прямо сейчас Макс Корж, «Жить в кайф». В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метров воцарился жесточайший хаос. Когда всем понятно стало, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет. Считал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг увидел солнце, и тогда
сон, в котором я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем, в котором мне не пришлось скрывать глаза и лгать давним знакомым, мол, в жизни моей все хорошо.